Председатель Совета депутатов Люберец Владимир Ружицкий провел прием граждан. С какими вопросами и просьбами пришли люберчане, расскажет наш корреспондент. На приеме инициативная группа жителей дома номер 298 по Октябрьскому проспекту. У люберчан общая проблема. У нас светофор между 96-м и 98-м домом. И водители стараются обойти этот светофор. Едут все через наш двор. У нас там просто вот как Октябрьский проспект, как проезжая часть. Нередкость – конфликты между водителями, говорят жители. В большинстве случаев все заканчивается словесной перепалкой, но иногда доходит и до демонстрации силы. Все происходит на глазах детей, которые гуляют во дворе. При таком интенсивном движении за них боязно больше всего. Полицейские у нас есть, конечно. Полицейские нам уже поставили. Что можно придумать вместе с гаишниками? Также Владимир Ружицкий поручил рассмотреть вопрос на заседании комиссии по безопасности дорожного движения и обозначил срок его решения – 2 недели. Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь. Жители поселка Томилино также пришли с общей проблемой. Участок земли по улице Лесная оказался в собственности одного из соседей, а на нем колодец, который когда-то обустраивали сообща. Теперь доступ к источнику питьевой воды закрыт. Писали обращение вот когда примерно месяц небольшим назад. Оказывается, что уже территорию отдали. Я дам поручение там земельщикам к вопросу этому вернуться, что там произошло. Да, я допускаю, что эту тему даже кто-то оформил. Если там есть какие-то нарушения, через только суды. Через суды вернуть. Жители передали Владимиру Ружицкому фотографии спорного участка, колодца, а также познакомились с документами, которые накопились в ходе решения проблемы. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.